Сургуте ищут водителя, который вчера не справился с управлением и перевернул ВАЗ-2115. Авария произошла минувшим вечером на Тюменском тракте неподалеку от поселка Юность. На большой скорости, как рассказывают очевидцы, пятнашка выехала на обочину, затем ушла в лес и там перевернулась. На помощь пострадавшим первыми подоспели водители на трассе. Они рассказывают, что в машине было несколько человек. Все они выбрались из салона самостоятельно. К месту прибыли спасатели, полиция и медики. К этому моменту с места аварии скрылись все, кроме одного пострадавшего. Он представился как пассажир легковушки. Ему потребовалась помощь медиков. По информации ГИБДД Сургута, уже в больнице от осмотра врачей мужчина отказался. Полиция до сих пор ищет водителя ВАЗа. Напомню, что за сокрытие с места аварии автомобилисту грозит наказание вплоть до лишения свободы.